дать так натренированно, попытаться сделать ультра-си даже в показательном выходе. Да. Ох, какой костюм. Евгений Семененко удивляет нас своим показательным номером. Очень заинтриговал нас Евгений своим костюмом и образом. Но это же круто. И вот у меня главный вопрос. Я хочу Евгений видеть Семененко, такого Семененко на соревнованиях. Не в показательном номере. Почему бы такую не поставить короткую программу? Понятно, что есть такие элементы отжиманий, все такое, что он не может делать по правилам фигурного катания, но чуть поменять элементы. Но это же классно. Это запоминающийся. Такого не делал никто, и классный образ, ему это нравится. Там он, понятно, тоже без макияжа. Есть, потому, нет, ну, это сраднимо с программой Адам Сяо Химфа под Daft Punk. Правильно. Значит, наш Семененко тоже так может. Ну, как мы видим, да. Вот. Да, я вот тоже хочу его таким вид на соревновании. Пусть такая будет, допустим, короткая, совершенно другая, лирическая, произвольная. Но мне, правда, понравился классный образ.